долго настраивались на этот матч. Вот, мы знали, что матч будет очень интересный, потому что многие игроки ушли в этот клуб, ну, в МБА. Вот, и мы знали, что они будут настраиваться на этот матч. Ну, нам просто не хватило энергии, как сказал тренер. Не смогли держать лидеров команды Макара Коновалова и Данила Касаткина. В нападении хватило удачи просто и каких-то просто взаимодействий. Все, что работали в игре плохо, про это говорили 10 дней. Знали, да, это очень важно играть индивидуальную защиту хорошо, специально Коновалову и Касаткину. Это не сделали, они забили 46 очков. То же самое, мы играли умно, как надо, сначала 5-6 минут, потом иногда в игре. Это не было достаточно. МБА был умнее, жестче, чем мы. Про это выиграли. У нас, знаете, не хочу много говорить про это, но у нас Гафуров не был здесь, мы с Бормеем пришел сегодня утром. То же самое, все в Мрихин имели две тренировки с нами. Но окей, это все нормально, это бывает с нами. Как сказали игроками, для такой игры надо иметь больше энергии, больше концентрации. У нас не было достаточно, и про это проиграл.